предыдущей серии. Выполняют упражнение стульчик на время. Если человек поставил себе цель, он к ним идет. А что случилось, Леш? Подожди, Леш. Я не готов комментировать. Почему? Нет, не хочу, я не готов комментировать. Пожалуйста, извини. Сегодня в нашей постоянной рубрике «Напросились» мы познакомим вас немного ближе с Надеждой Костюченко. И кто знает, может быть, наш спецкор найдет в ее шкафу какой-нибудь запрещенный десерт. Я готовлю себе обед. Причем обед на скорую руку очень вкусный. Очень рекомендую для тех, у кого есть проблемы с пищеварением. Овощи гриль. Это мне посоветовал и тренер, и мой доктор. Вот он, Новый год по акулье сушичье. У кого-то на столах ведра с оливье, а у кого-то ведра с кабачками. В 2017 году я почувствовала себя плохо. Обычно я очень живой человек, но вы уже, наверное, видите, да, я там улыбаюсь, смеюсь, у меня много энергии, сил. А тут я лежала. То есть я приходила с работы, ложилась и лежала. Муж спрашивал там, что такое, понимает, что-то не то. Уже когда обратилась к докторам, поставили диагноз, рак груди у меня. Обнаружили тоже не сразу. То есть такой определенный путь был найти, потому что анализы одно, то есть там целая эпопея. Давайте пока посмотрим, что у вас лежит в холодильнике. Холодильник. Я балуюсь еще иногда, могу фасоль с овощами поесть вечером. Мы все по кашам пришли. То есть они вас поддерживают в плане питания? Да. Муж со вчерашнего дня сел на диету. Хвастался мне, ты видел, говорит, я без хлеба ем. Я говорю, вижу. Врач-артист, я хочу сказать. Видимо, люди такой профессии, неординарно, что ли, себя ведут. Позвонил, сказал, приезжайте. Я приехала. Он сказал, очень хорошие анализы, все хорошо. Отдал мне результаты. Я там ЭГГ пошла, там села в машину, мужу звоню. Он говорит, какие анализы пришли? Да, доктор сказал, все хорошо. Он говорит, что написано? Достаю, а там написано. И не могу ни прочитать, ни сказать. Такой как шок. Плакала долго, не могла понять, почему он говорит хорошо. Потом уже со временем поняла, что хорошо это когда начальная стадия, когда только нашли, когда... очень большой процент там выздоровления без последствий, то есть и лечение проще, то есть это хорошо. Вкусно, полезно, очень-очень полезно. Это на один прием пищи или будете рассказывать? Это один прием пищи, но он у меня может быть в разное время, я даже не знаю, когда поем, потому что это один прием пищи, кусочек. Вообще по диете здесь еще должно быть 50 грамм какой-нибудь крупы. Но мне не надо. Мне будет лишним. Поэтому я не ем. А это один прием пищи. В этом выпуске на участников «Акулей сушки» обрушится задание от автора проекта Андрея Шаркова. Сегодня они должны будут вцепиться в перекладину, так как обжора хватается за вредную еду. И у нас новые участники. Анна и Александр. Они сейчас будут висеть на турнике на время. Вы понимаете, что вам надо сделать? Конечно. Да? Кто дольше провисит, тот принесет самое большое количество очков спортивному клубу «Альбион». Если кто-то один свалился, его функции поддерживать второго участника словами, тычками, всем чем угодно. Главное, чтобы он провисел до последнего. Итак, приготовились? Ты степ себе поставила? Да. Выше прыгнешь, дальше видишь, да? Дольше да. Висишь. Александр, приготовьтесь. Приготовился. Руки ваши не видят. Офигенно. Ты маленький обманщик. Кто шлямки, кто шлямочки одевает. Конечно, они помогут, но не настолько.
Как они это могут? Мы тебя в следующий раз ногами привяжем к турнику, и ты будешь висеть долго. Итак, на старт, внимание, повисли! Время идет. 3 секунды провисел Александр. Я считаю, что это поздно. Маша поддерживает Анну словами, не руками. Она уже провисела благодаря тебе 16 секунд. У меня все отлично, я похудела. Весь гардероб надо обновить. Ну, меня, конечно, это радует, только муж мой не очень счастлив этому показателю. Почему? Потому что надо много денег на это все. Смотри, смотри прямо, думай о будущем. Думай о тех деньгах, которые ты, может быть, выиграешь, а может быть и нет. Держи, Саша, держи руки, держи. Помни свою семью, я думаю, сейчас она свалилась у нас на 30 секундах. Поддерживай Сашу. Громко, ближе подойди к ней. Тебе разрешаю, подойди ближе. Аня решила взвалить вес ответственности на Сашу Драбича. И ему ничего не остается, как тащить на себе команду. Руки у меня слабые. Даже мой тренер это знает. Мне тяжело отжиматься, мне тяжело подтягиваться. Я думаю, вы тоже заметили это все на тренировках. И для меня сегодня это была не очень приятная ситуация, и потому что я провисела всего лишь... Давайте не буду говорить. Не клади на него руки, пожалуйста. Я его не трогаю. 43 секунды, Саш. Держись. Держись, Александр. Имя-то какое, как у македонского, руками не трогаем. Давай, македонский наш! И можно так делать, можно, да. Давай, осталось 4 секунды до минуты. Держись. 2 секунды осталось. 2 секунды, держись. Минута 0,8. Я поздравляю тебя. Молодец. Ну а сейчас ребята из спортивного клуба «Альбион» покажут самые распространенные ошибки новичков в зале. Дениска! Тебя можно, Денис? Сашка, я здесь. Ты можешь мне подать и подстраховать? Подать тебе? Да, конечно. Куда тебе подать? Ну вот на грудь. Я хочу и ноги, и сразу грудь делать. Это какое-то новое экспериментальное упражнение? Нет, говорят, это растет, это нижняя часть вот груди. И вот эти штучки-то убрать тоже. Вот можешь, Дениска? Хорошо, да. И говорят, нижняя часть... Секундочку. Нет, великолепное упражнение. Синхронно, главное, синхронно. На выдохе. Раз. Два. Как вам, друзья, это упражнение? Скажите, правильно ли он выполняет? Это Александр Драбич, собственной персоной. Красиво! Великолепно. Я ж большей чуши я еще не видел. Да уж, если вы новичок в зале, то лучше обратиться за советом к тренеру, а не браться за все подряд. Ну а теперь сражаться с перекладиной будут Сусанна и Наталья. Интересно, кто из них провисит дольше? Все-таки Наталья намного легче. Ноги стали очень сильно болеть после тренировок. Особенно я сейчас просто больше скидываю, когда на арбитреке. Может быть, арбитрек мне дает. Я по 1,5 часа на арбитреке тренируюсь. Час-полтора. Судорогой ноги сводят каждый день. И утром, и вечером, и ночью я спать не могу. И пальцы вот так вот веером прям выкручиваются на ногах. Грудью надзор. Броня 15 секунд вдвоем, умнички. Держаться, я верю в вас. Они большие молодцы, они очень боялись, но они справлялись. Не могу. Висеть, Сусанна, висеть. Внизу пробовать сказал. Висеть. У меня рука правая сильная, а левая слабенькая. Вот она мне сейчас подкачала, может быть, я дольше бы провисела. Она стала соскальзывать, и меня, естественно, потянуло на эту сторону. Она верит в тебя. Каждое твое слово – это ее поддержка. Отключись, забудь обо всем. Смотри горизонт дальний. Думай о мечтах, о дальних странах. Только не о том, что висишь. А когда будет совсем сложно, подумай пропасть. Змеи, удавы, тигры внизу. И львы, они порвут тебя на части. Там стекла, акулы, калории, рубашка Стаса Михайлова. Но на святое падать нельзя. Держись. Ай, может быть, даже акула! Стоп! 53 секунды. 54 на секунду опоздал нажать. Но, умничка, 53 секунды. Это не лучший результат, честно скажем. Ну, молодцы, девчонки, не ожидал. 53 секунды, от тебя уж точно, Сусанна. Ты мой герой с твоими 25, это не знал. Сусанна провисела 25 секунд.
25 секунд на перекладине – это шикарный результат. Сусанна, мы все за тебя болели. Мама моя очень сильно переживает. Она живет на Украине, но я каждый раз скидываю ей съемки на YouTube-канале. И все переживают за меня, и родственники, и подруги, и одноклассницы, и мамины, все за меня переживают. И все очень радуются и видят результаты, они реально видят результаты до и после. А тем временем Аня Хамидуллина вместо того, чтобы обратиться к тренеру за программой, просто ходит по залу и повторяет упражнения за другими. Ни к чему хорошему такие тренировки не приведут. Итак, друзья, снова физкульт-привет, теперь из спортивного клуба PowerLife. У нас пара участников, которые тренируются под руководством Влада Бороды. Нет, я не пошутил. Именно тренера Влад Борода. И это у нас Мария и Андрей. Как вы знаете, по прошлым сериям эти участники очень сильны, хитры, мощные и тренируются очень жестко. И им достается сегодня упражнение вис, конечно же, вис на перекладине. Мне как-то сказали, знаешь, давно еще, когда я спрашивал у ребят, как похудеть, как, что делать? Мне говорят, переосмысли немножко мысли в своей голове. Сделай так, чтобы питание было для тебя не удовольствием, а просто топливом. Да, вот как обычной машине нужно топливо, так и тебе. Готовы? Старт! Время пошло, Маша висит. Андрей тоже. Будет тяжело, закройте глаза. Думайте о путешествии в далекие страны, например, в Тунис. Это вам поможет отвлечься от этой огромной нагрузки. Не раскачивайся, не грузи. Это совет тебе от профессионала. От самой сильной кладовой руки мира. Маша, висеть, если что, тебя поймают. Сломанная нога – это не проблемы. 43 секунды Маша сдалась, а мы ждем рекорд от Андрея. Жесткий турник. Скользкая ручка он висит. Висит. Рад, счастлив, доволен, с улыбкой. Висит. Минута прошла. Минута. Стой. Стоп. Минута 3 секунды. Если посмотреть всю прогрессию нашего похудения с Андреем, у нас, в принципе, получилось так, что неделю он скидывает, неделю вес стоит. В принципе, так и продолжается на протяжении всей сушки. Вот. Сейчас мы включили чуть другой режим по питанию. И вот по приезду моему вес опять еще сдвинулся ниже. И думаю, до конца проекта покажем максимальный результат уже. Ну а сейчас лучшие из висюлек будут награждены иммунитетом, который сможет спасти своего владельца на сегодняшнем голосовании. Третье место в этой бескомпромиссной схватке титанов спорта занимает команда спортивного клуба «Глобус Спорт». Наталья Болдырева и Сусана Юрченко. Лучшее время этой пары участников – 53 секунды. Ребята, ну видео вы смотрели, вы видели, как девчонки сражались, и какие они большие молодцы, поэтому еще раз аплодисменты. Они действительно смогли преодолеть себя. Второе место занимает команда спортивного клуба PowerLife. Андрей Пейк и Мария Капустина. Лучшее время этой пары – минута 2 секунды. Запомните это время. Минута 2 секунды. И первое место у нас занимает команда спортивного клуба «Альбион» Александр Драбич и Анна Хамидуллина. И время этой пары участников – 1 минута 8 секунд. На этой неделе Аня Хамидуллина и Александр Драбич получили иммунитеты от автора проекта Андрея Шаркова. Мы, разумеется, изо всех сил их поздравляем. На этой неделе они точно не вылетят из гонки за главный приз. Ну а скоро, практически сейчас, прямо мы проведем что? То, чего вы все очень боитесь. Предварительное взвешивание. До финала совсем недалеко. И поэтому мы сейчас увидим, кто из нас больше всего ел, хуже худел, и кто же станет каким, правильно, Божена, подскажешь, беленьким участником. Ждем весы. А вот и те самые акульи весы. Участник, который меньше всего сбросил, вылетает из гонки за главный приз проекта. Поэтому эту штуковину боятся все участники. Итак, первым на весы
уже традиционно у нас выходит Алексей Давыдов. Алексей Давыдов, 112,5. Бажена Аксенова, 79,2. Становись. Аня Хамидулина весит 77,4. Александр Драбич. Александра не было, как вы помните, на прошлом взвешивании. Поэтому очень строгий и суровый у нас взор сейчас на твой результат. Посмотрим, что получится. 103 килограмма, 100 грамм. А сейчас на весах мы увидим Светлану Крупчан. Готово? Шаг. Шаг к мечте. 72 килограмма, 300 грамм. Вес Владимира Чинченко 101,9. По итогам этого взвешивания весы под Сусанной Юрченко показали 97,4. А говорила, вес стоит, стоит. Вот тебе скажу, никому не говорил, умничка. Пейк Андрей выходит девятым на весы у нас на взвешивание. Андрюх, обратил внимание, какие аплодисменты хиленькие. Боятся тебя. А что с плечом? Понял, тренер жесткий. 121 килограмм, 900 грамм. Наталья Болдырева, ровно 78 кг. Мария Капустина, 3 пятерочки. Если бы не было Андрея Пейка, я бы сказал, что это самый маленький участник в нашем проекте по весу. Жанна Смолега весит 70 килограммов, 300 граммов. Костюченко Надежда, номер 12. Шестьдесят четыре килограмма, 200 грамм. Пока судьи подсчитывают количество сброшенных КГ, Жанна Смолега решила устроить музыкальный тайм-аут. Браво, Жанна! Но у нас на проекте есть еще одна вокально одаренная особа. Если мы хотим сегодня слушать оперу, я докажу, что можно петь акапельно. Когда уходила, какую фразу не сказала? Голос у тебя хороший, осталось петь научиться. Вот. Что, не права? Права. Ну, как вот педагог все говорю, учись петь, ведь не поздно еще. Спасибо тебе большое. Когда я уже закончила консерваторию и аспирантуру, я восхищаюсь, я была профнепригодная, понимаешь, я переучивалась, так что ничего не стыдно. Мне понимаешь? Очень жаль. Если ты любительница, то учись. Мне очень жаль, я тебе выражаю свое восхищение. Прекрасно, я тобой тоже восхищаюсь. Сегодня гонку за главный приз покинут два участника, потому что на прошлом голосовании Саша Драбич спер весы. Я скажу, что в принципе, в сумме, вашими результатами на данный момент для каждого из вас, у каждого была своя задача, я доволен. Пока, но не совсем. То есть есть куда стремиться. Интрига есть, есть борьба и впереди, есть борьба и на заднем фланге. Но главное, достигните это, что-то сделайте для себя. Я подсчитывал, мне интересно. Я не знаю, кто победит, но я знаю, кто сегодня получит белые футболки. Маша Капустина с результатом 7 килограмм 300 грамм. 7 килограмм 300 грамм.
что? Маша переходит в группу Б, это твоя теперь новая униформа, белая футболка, акулья сушка. Покажи на камеру, три слезы спустила, да? Вот, ну ничего, молодец. Это уже, считаю, у тебя приз. Итак, среди... А давайте я буду по местам, да, так давай, выходить? Давай, нет, или среди ребят сразу. Давай второго белого футболочника. Да, белого рубашечника, да. И вторую белую футболку у нас... Торжественно. Получает... Кто? Человек, который скинул 19 килограмм, 600 грамм. Среди парней это наименьший результат. Имя его... О, ужас. Расправьте эту футболку большого размера. Имя его Александр. А фамилия его Драбич. Мы тебя не звали. Фамилия к себе его слишком известная. Мы тебя к себе не звали. Сделай шаг. Ты выслушай сначала. Почему? Почему такой результат? Он хороший, он неплохой, но почему из четырех он у тебя худший? Ты можешь большее, Саша. Делай шаг вперед. Денис, я предоставляю тебе право сложить футболку обратно. Пожалуйста. Помнишь, ты провисел больше всех, ты выиграл соревнование по вису. И у тебя зеленая карта. Ты остаешься среди желтых. Но это у тебя еще один шанс выиграть главный приз – 50 тысяч рублей. Александр Драбич был в шаге от того, чтобы лишиться главного приза проекта. Не сдавайся, не иди четвертым. Вырывайся вперед, все в тебя верят. Вы верите в него, ребята? Поддержите. Да дай. Пожалуйста. Я уже увидел. Оп! И тоже новую футболочку. Конечно, новую футболку. Подожди, ее Жанна мне тоже присматривается. Ну что теперь? Итак, пройдемся по результатам. 11 место у нас получается у Капустиной Маши, да, 12 остается Бажена Аксенова с результатом, ну результат лучше, худеет. 4 килограмма 300 грамм. 10 место, Костюченко Надя, 9 килограмм 400 грамм. Ну кто внимательно следит за акульей сушкой? Надя поправилась на килограмм, и еще немножечко, Надя, не сдавайся. Понимаю, все с тренерами, все вопросы решайте, но на финале мы ждем Надю еще более похудевшей. Итак, 9 место, Болдырева Наталья. Наташа похудела на 11 килограмм 900 грамм. Отличный результат, продолжай в том же духе, но можешь больше. 8 место. Да, Сусана? Сусана Юрченко. Сусана, умничка. 12 килограмм 500 грамм. Впереди еще как минимум столько же. Не сдавайся. Но молодец. А? Вообще. А прибеднялась. Разогналась и двигайся вперед без остановки. Не прибедняйся, Сусана. Работаем, еще есть неделька. 7 место. Анна Хамидуллина. Аня скинула 12 килограмм 800 грамм. На 300 грамм опередив Сусану. 6 место. Жанна Смолега. Жанна смогла сбросить 14 килограмм 200 грамм. Замечательный результат. 5 место, как я уже и говорил, с результатом 19 килограмм 600 грамм у Драбича Александра. На 4 место после отрыва в лидеры когда-то, если помните, и вы следите все-таки за сериями акулей сушки, вышла Светлана Крупчан. Светлана сбросила 21 килограмм 500 грамм. Аплодисменты Светлане. Это бой. Она настоящий бой нашим мужчинам дает. И еще никто не знает, кто победит. Но она может это сделать. 3 место. Чинченко Владимир. С результатом 22 500. Замечательный результат. Если вы видите в сериях, Володя уже как тинейджер выглядит у нас. Молодец. Продолжай, впереди еще неделя. И теперь интрига, интрига этого дня, интрига. Все ждут, что же результат, как эти парни разбираются между собой. Зрелость и юность. Опыт и сила и максимализм. Итак, второе место все-таки у Андрея Пейка. Андрей похудел на 24 килограмма 100 грамм. Но возьмите этот взгляд. Да. Он не будет так сдаваться.
Я думаю, будет сложно его оппонент. Оппонентом его с первым местом. И пока на предварительном этапе, если можно поздравлять, мы поздравляем Алексея Давыдова. Результат у Алексея 27 килограмм 700 грамм. Наши аплодисменты. Леша, молодец. Вот посмотрите, он теперь не Алексей Давыдов. Он Алексей Леха на велосипеде, финерджи, Леш, джинсики, джинсовую курточку и все. Молодец. И с Андрюхой на дискотеку. Поаплодируйте сами себе. Большие молодцы. И сегодняшнюю процедуру взвешивания на куле сушки мы с Денисом закончили. На позитивной, надеюсь, ноте говорим до свидания и до новых встреч. Тренируйтесь! Да я мужа не вижу. У нас постоянные тренировки тут. Вкалываем, как лошади потные. Шел русский мальчик, видит, еврейский мальчик тонет. Но он его спас. На следующий день приходит папа еврейского мальчика в семью к русским и говорит: «Вы моего сына спасли?» Они говорят: «Да». А он говорит: «А шапочка где?»